Добро пожаловать на сессию вопросов и ответов с легендарным трубачом, поклонником, автором песен, музыки, автором 37 альбомов, автором 460 песен человек написал. У нас в гостях один единственный неповторимый Фил Дрискол. Я уже не знаю, что сказать. Дорогой Фил, dear Phil, спасибо вам огромное. You know what? If she's going to talk to me, you sit there, so I can look at her. Да, okay. Тогда... I can hear you. Oh, yes. Okay. All right. Спасибо вам за ваше терпение. Thank you for your patience. Тут уже нет вопросов о истинности поклонника, качества. There is no doubt about the truth of your worship. Потому что терпение. Because you're patient. Мы им спасаем свои души. Which saves our souls. Фил, у нас это наша команда, это люди, this is our team. Левиты. These are people, Levites. Служители, пасторы. Ministers, pastors. И простите, но мы не могли упустить шанс. And forgive us, but we couldn't go without using this chance. Чтобы поговорить с вами. To talk to you. It's my honor. У нас есть вопросы, которые мы, ну, у некоторых людей годами выношены внутри. И они хотели бы их задать именно вам. And they would want to ask you, definitely. И чтобы долго не говорить. So not to speak too long. Давайте мы с них и начнем. Let's start with questions. In this crowd, how many are pastors? Сколько здесь пасторов? Давайте поднимем руку. Okay, praise God. And then how many are worship leaders? Лидеров прославления. Praise God. How many are musicians? Музыкантов. Got it. Me too. Я тоже. Итак, мы начнем нашу сессию вопросов, в общем-то, с человека, который инициировал вообще эту встречу. Это наш... Ну, наш такой, как это называется, старожил нашей сцены. It's, so to say, a veteran of our stage. Коллега по вашим музыкальным инструментам. Your colleague in your instrument. И right. Когда-то очень давно вы and с ним тоже играли здесь, в Риге. You even played with him here in Riga. Really? Я хочу представить вам Норманда so Пьесеса. I'm introducing Norman Pieces. И... Oh, yeah, I heard him play tonight. I heard him play. Я слышал, как он играет. И первый вопрос будет от so, тебя. So first question will be from him. What the first question? From him. Yeah, let me tell him he plays great. Играешь замечательно. Tell him that he plays great. Замечательно играешь. Спасибо. I was enjoying it. Я наслаждался. Это ваша заслуга. Заслуга. It's what you did. Я уже делился с маэстро. I have already shared with maestro. Потому что он был вдохновителем вообще моего христианского. Christian, как музыкант, как поклонник, как трубача 27 worship, лет назад. 20 years я только что слышал историю, как, story, что вы как мальчик 11-летний boy, 11, вдохновились от другого трубача мастера. И так я вдохновился, как христианин, слушая ваш звук. И на самом деле, всю жизнь вы говорили о звуке. And the whole life you were speaking about sound. И на самом деле, как раз и звук меня, and sound was the thing, меня поднял и дал мечту. That lifted me up and gave me a dream. Звук, который мне, меня заставлял славить Бога. The sound that made me praise the Lord. Не заставлял смотреть на вас, not look at you, но смотреть на Иисуса. But look at Jesus. Это стало моей мечтой. And it became my dream. Чтобы мой звук за людей приводил к Иисусу. That my sound would bring people to Jesus. Чтобы люди прикоснулись к Нему, не смотрели на меня. So that people would touch Him and not look at me. Спасибо за откровение о звуке. Thank you for the revelation about the sound. Которая, на самом деле, она стала богаче.
And it truly became richer. Слушая вот сегодня, вчера. Спасибо. Thank you. Но я бы хотел бы спросить. But still, I would like to ask. А педагоги, как педагога. As a teacher. What? As a teacher. Вы педагог, вы учите кого-то на трубе? Своему знанию передаете кому-то? Do you share your knowledge with anybody? Перед тем, как... Before you say anything. Tell him I don't know enough to teach. Мне недостаточно знаний, чтобы учить. Перед тем, почему я спрашиваю такой вопрос? Why I ask this question? Потому что 20... Как, когда был первый раз Трискал, спортманеж? Кто помнит? 20 лет назад вы приезжали со своим сыном. So, because 20 years ago you came with your son. Который, я так понял, прямо, может быть, год только учился на трубе. As far as I understand, was studying the trumpet only for one year at that point. Но я когда смотрел последние YouTube записи ваших. But when I looked the latest YouTube records of your son. Да, когда вы вместе с сыном играли в студии. Together in the studio. Я был прямо удивлен, что его звук. That his sound. Он такой же, как ваш. It's just like yours. Его манера игры такой же, как ваш. His manner of playing is like yours. Его манера пения, как ваш. And his manner of singing is like yours. И это все-таки заслуга педагогики. So it's something taught. Yeah, it's something caught. Это что-то, что он поймал. And I don't really understand how that works. Я на самом деле не понимаю, как это работает. But I know it's real. Но я знаю, что это реально. And the funny thing about it is. И вот что забавно. When he sings or plays, когда он поет или играет, he goes where I would go. Он идет туда, куда бы и я пошел. Does that make sense? Понимаешь? Yeah. And you know, I'm believing that you know we all have a calling, right? У нас у всех есть призвание. But some, но некоторые, are not willing to put in the sweat equity. Не готовы равным весом внести туда пот. I'm not referring to my son. Я не о сыне говорю. As I go forward in my music, по мере того, как я движусь вперед в своей музыке, I continue to push the wall. Я все время отодвигаю стенку. Because it really doesn't matter how well you played yesterday. Потому что совершенно не важно, насколько хорошо ты играл вчера. You can't ride on yesterday's notes. Ты не можешь ехать, выезжать на вчерашних нотах. Or yesterday's sound. Или на вчерашнем звуке. The reason David was so dangerous. Почему Давид был так опасен? Is when I'm always. How can I explain it? Как же это выразить? I refuse. Я отказываюсь, чтобы у меня, может быть, какой-то потолок в моих нотах. Или что-то, чего я не мог бы сделать. Потому что это для меня опасно. В ту минуту, как я подумаю, что я что-то не могу сделать, значит, не смогу. For example, in playing high, I've always been able to play high, but я всегда высокие, например, ноты играл. But one day I got lost. Но однажды я заблудился. As to what note I was on. И не понял, на какой ноте я нахожусь. And my mind told me, well, you have plenty of space. И мой разум мне сказал, ну у тебя там еще куча места. Because I thought I was here, but I was really there. Потому что я думал, я вот где-то тут, а был уже вот там. And I went above what I thought I could play. И таким образом сыграл выше, чем я думал, я был способен. Not realizing where I was. Просто не осознавая, где я находился. So I learned. И таким образом научился. That limitations. Что ограничения. Are up here. Они тут. And so I, in that, I learned a great lesson. И вот из этого я извлек огромный урок. So you know, today. И сегодня. I am in pursuit. Я преследую. Of sounds. Звуки, that God will ride. На которых ехать будет Бог. You, и конкретно к тебе. Or if you're an instrumentalist that plays, или к другому инструменталисту, который играет. The reason I use delays, почему я использую дилеи, то есть отложенные. And if you like, before I leave, I'll show you how I do it. И если хотите, до того, как уеду, покажу, как я это делаю. I had this conversation with God. У меня был такой разговор с Богом. And I said, okay. Я сказал, хорошо. If this sound is anointed, если этот звук помазан, or this tone is anointed, или этот тон помазан, what happens when it comes again?
А что будет, когда он снова зазвучит? Он будет все еще помазан? А что, если я это наложу на ритм того, что я играю? И так все началось. Вот это все, что я знаю. И помни, что труба сделана для того, чтобы представлять царственность. И просто так, для смеха. Это не по Писанию, что Гавриил играет на трубе. Но сказано, что когда труба Божья заиграет, играешь ты, поешь ты, или что бы ты ни делал, тебе нужно понимать, кто дал тебе этот талант. Ну, мы все любим говорить, это Богом данный талант. Но если задуматься на самом деле об этом, это значит, что Бог может играть. Интересно, если бы я был Богом, и мой сын был бы вернуться, и мой сын должен был бы вернуться. А я лучший трубач во Вселенной. Позволил ли я бы кому-то другому играть, представляя его возвращение? Я ожидаю, что Бог будет играть на трубе. Понятно? Нет, ну... Ладно, более так... На самом деле, все, что вы говорите, надо прослушать, прослушать. Everything you say, I have to keep listening to it. Да. Но спасибо вам за это. Но я скажу фразу, I will say a phrase, потому что я когда... Насчет практики. About practicing. Практизоваться на инструменте. Practicing your instrument. Yeah. Okay. Don't use that for me, just talk. Okay. Yeah. Oh, I got it. Okay. В одной истории... In one story, еврейский папа a Jewish daddy учил своих детей музыкантов. Taught his children who were musicians, и он сказал, дети said, мои, my children, вы должны заниматься, practice, для того, чтобы инструмент слышал вашу душу. So that your instrument would hear your soul. И прямо мне, вот, то есть... Это не только вот на что-то заниматься. То есть это же не только ты берешь трубу и что-то играешь, но как получается, так получается. It's not like you take a trumpet and you just play whatever happens. Но есть же какая-то минимальная метода этого. But there is some minimum method to it. Sure. Конечно. Прямо вот этой методе. So the method. Да, вот я бы прямо хотел... I would love to. Потому что у меня на самом деле есть трубачи, которых я обучаю. Because I have a trumpetist that I'm teaching. Right. Okay. It's a wild one. Okay. Хорошо. In 1982 or 3. В 1982 или 83. When I became addicted to the word of God. Когда я подсел на Слово Божье, I began to look for scriptures, я начал искать места Писания, that contained the trumpet, которые содержат трубу. One of them is, and I think it's Psalm 42 that says, God has ascended. По-моему, в 41-м псалме написано, что Бог amid shouting. Amid? Amid, in the middle of. Yeah, shouting. Взошел посреди крика. Восклицание. The Lord, Господь, with the sound of a trumpet. Со звуком трубы. I'm a pilot, right? Я пилот, так? I have thousands of hours in airplanes. У меня проведено тысячи часов в самолете. When you ascend, you go from one level. Когда ты восходишь, то есть поднимаешься, ты с одного уровня переходишь на другой уровень. And I began to think about those things. И я начал задумываться об этих вещах. And then I found Jesus was made unto me wisdom. И затем я узнал, что Иисус соделался для меня премудростью и праведностью.
And the verse that says, "If any man lack wisdom, let him ask of God." И что есть такой стих, который говорит, что если кому недостает мудрости, допросит у Бога. Who gives to all men liberally. Дающего всем просто. And upbraideth not or holds back. И без упрека. And so I just said, "Okay." И я просто сказал, хорошо. I would like to play the trumpet like you play it. Я хотел бы играть трубу на трубе так, как играешь ты. And I don't know what that means. И я не знаю, что это значит. And just in the natural, as a trumpet player, в естественном мире, как трубач, I had developed a habit of too much pressure. Я наработал привычку слишком сильного давления. If you look at my lips, если вы посмотрите на мои губы, there are no scars. There are no scars. Нет шрамов. Many trumpet players have great scars. А у многих трубачей здесь шрамы. If you're a high note player, you can blow a hole in this ectoderm tissue. И если ты очень высокий ноты играешь, и таким образом ты можешь здесь себе продуть дырку. Or you can knock a tooth out. Или зуб себе выбить. От давления. Well, I'm confessing the word over my trumpet playing. Но я исповедую слово над своей игрой на трубе. I strongly suggest. И я очень сильно рекомендую. That you confess the word of God. Чтобы вы исповедовали слово Божье. Over your music, if you're a musician. Над вашей музыкой, если вы музыканты. Or if you're a pastor. Или если вы пасторы. Same law applies. Тот же закон применим. And so I began to say, "Thank you, Lord." И я начал говорить: "Спасибо тебе, Господь." That I have perfect wisdom in my playing. Что у меня есть совершенная мудрость в моей игре. That I play like you. Что я буду играть как ты. Well, nothing happened. Ничего не случилось. For about 4 years. Примерно года 4. I began to be aware of some things that I was doing wrong because I practiced always in front of a mirror. Я начал осознавать некоторые вещи, которые я делаю не так, потому что я всегда упражнялся перед зеркалом. Because of the law of reflection. Или из-за закона отражения. I can tell. И я могу определить. Oh, this gets weird. Сейчас будет странно. I can tell by a soft note. Я по мягкой ноте могу сказать. If I'm playing against a mirror. Когда играю напротив зеркала. If I'm in the correct position. Нахожусь ли я в правильной позиции? I'm just talking about me as a trumpet. Я сейчас о себе говорю, как о трубаче. And so, I'm walking down New York City. И вот я иду по улицам Нью-Йорка. At 7th Avenue and Broadway. На перекрестке 7-й авеню и Бродвее. And there's at least 100,000 people. И там самое меньшее 100,000 человек находится. And I run right into. И я прямо наталкиваюсь. A friend of mine. На моего друга. Who played lead for Anne Margaret Sammy Davis Jr. Big trumpet. Который для Anne Margaret Sammy Davis Jr. играл соло, то есть такой очень для известных людей. And he grabbed me and he said, "Phil." И он меня хватает и говорит, Фил. I've been trying to find you for 5 years. 5 лет пытаюсь тебя найти. And he told me that he had blown a tooth out. И он сказал, что он себе выдул зуб. And in that quest, he had met a man that was a scientist. И в своих поисках он встретился с ученым. Old school studies. His name was Carmine Caruso. Кармайкл Руссо, если знаете, старые исследования. A system of non-violence in the trumpet. И он изобрел эту систему отсутствия слишком большого давления в игре на трубе. And so my friend Roy told me. И мой друг Рой мне сказал. You have to learn this system. Тебе нужно изучить эту систему. And I goes. И я. Really? Правда? And I tried it. И я ее попробовал. And I sounded so terrible. И я звучал жутко. I missed notes. Я мимо нот попадал. It was beneath my dignity. Это было ниже моего достоинства. But I stayed with it. Но я придерживался ее. And I did it religiously. И религиозно подходил к исполнению этого всего каждый день. Because you don't learn how to play high by playing low. Потому что ты не научишься играть высоко, играя низко. You don't learn how to praise God by just talking about it. И ты не научишься хвалить Бога, просто рассказывая об этом. And so what I did. Поэтому что я делал? I began systematically. Я систематически начал работать над этим. And I learned several things that we call muscle memory. И я научился мышечной памяти, несколько вещей. Because of my playing. Из-за моей игры. I've always been relatively ballistic. Я всегда был относительно взрывчатым. So when I would hear the band go. Поэтому когда я слышал, что бенд, только я натягивал. Because my instincts told me. Мне инстинкты это говорили. But then, as I learned the revelation. Но затем я учился этому откровению.
Learning how to relax. Научиться расслабиться. And not let the pressure affect me. И не позволять давлению на меня влиять. That's when it really began to soar. Вот тогда начал парить. And I really don't ever get tired anymore. И я на самом деле больше никогда не устаю. Because it's something that God did for me. Потому что это что-то, что Бог для меня сделал, если вы понимаете. But I know for sure that God answered my desire in that. Через это. Because I know in my calling. See, we all have gifts. У нас у всех есть дары. And we all have a calling. И у всех есть призвание. Gifts are plural. Calling is always singular. Дары могут быть во множественном числе, а призвание всегда только в единственном числе. Это не значит, что ты делаешь только что-то одно. Your calling is an encapsulation. Но твое призвание, оно как капсула содержит это все. It is an encapsulation. Оно как капсула содержит of all that God has called you to do. Все, что Бог призвал тебя делать. You will never be. И ты никогда as great, не будешь trying to walk in another man's calling. Настолько же великим, пытаясь ходить в призвании другого человека. Because your gift, потому что твой дар, is designed, он сделан to facilitate God's calling in you. Чтобы способствовать Божьему призванию, которое в тебе. And that's a big deal. И это очень важно. So, no. Спасибо большое. Давайте подарим большие аплодисменты. Great applause. Надеюсь, ответ получен. I hope you got your answer. Следующий вопрос. Next question. I should be asking you questions. Нет, это мне вам надо вопросы задавать. Ну давайте в следующий раз вы мне зададите. Next time you will ask me questions. Okay. Во-первых, договорились. Да, окей. Мне понравилось ваш ответ. I liked your answer. Кто вам прически делает по утрам? About your hairstyles in the morning. Мне нравится ваше чувство юмора. I like your humor. Oh, he does. Sense of humor, yeah. Я очень боюсь серьезных проповедников. I'm very scared of serious preachers and serious musicians. Но так нравятся ваши приколы. But I really like how fun you are. И это говорит о великодушии, высоте. It speaks of generosity of the heart and of nobility. Хотелось бы спросить о том, что для нас является дефицитом. About something that is lacking here. Это то, что вы называете сила. It's what you call сила. Это когда вы читаете место из Священного Писания. When you read a scripture. И говорите, а ну-ка нарисуйте теперь. And say, paint the picture. Какую картинку? Мы настолько привыкли слышать песни. We are so used to songs, ready songs. Звучит песня, ты знаешь, с чего начнется, чем закончится. Which you know where it starts, where it ends, and there is nothing bad about it. Но начинается главный интерес, когда начинается вот это вот. It's most interesting when this starts. Вот это медитация. This meditation, this improvisation. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте чуть подробнее. Please tell me a bit in more detail about this experience. Моя мечта как пастора. My dream as a pastor. Видеть этот сила. Is to see and hear sila. И практиковать. And to practice it. Потому что это страшно, когда песня закончилась. Because it's awful when the song ends. И тишина. Silence. Или какая-то молитва религиозная. Or some religious prayer. А потом следующая песня. Some religious prayer. And then next song. Мы неловко себя чувствуем между песнями. We feel uncomfortable between songs. И очень бы хотелось. And I would really want. Чтобы вот этот силах, вот эта импровизация. This improvisation. Она стала неотъемлемой частью. To become inseparable part. Вот служение, поклонение. From worship ministry. Скажите, как это? Please tell us how to do that. You know, first of all, в первую очередь, I do not want to appear to be an authority. Я не хочу показаться каким-то авторитетом. So let's, да вы хоть не хотите показаться, вы уже кажетесь. Я умоляю. Well, you know, let's, because если вы не авторитетный, кто тогда вообще? Yeah. Let's, because this strikes at the heart. Потому что это находится в самом сердце. Of
what God will do in the future. Того, что Бог будет делать в будущем. Okay, so let's just pray for a minute. I want to Поэтому be clear. Помолимся минутку. Lord, I just ask you to help me. Господь, я прошу тебя, помоги мне discern this. Различить by это you, not by me. От тебя okay. и не от меня. You have to recognize Тут нужно признать, that music is a tri-dimensional spiritual force. Что музыка — трехмерная духовная сила. И что Бог не сотворил музыку. Now, that, если вы этого не осознаете, вы упустите саму суть того, чем является музыка. So, Итак, all, в первую очередь, каждый из нас has a built-in awareness имеет встроенную осознанность небесных звуков. You may not be able to articulate it, возможно, вы не способны это выразить в словах it, или как-то это описать. But you know when you hear it, но когда вы их слышите, вы это понимаете. Because it is heavenly in its dimensions, потому что в своих измерениях это что-то небесное. And it is impossible to, и невозможно It's impossible to pick out each sound. И невозможно разобрать как-то по отдельным звукам это. Okay. Хорошо? So, when God began to deal with me about this, когда Бог со мной начал с этим работать, it was a long time ago. Это было давно. And it started in Chronicles. Началось все с Паралипоменон. Кто-нибудь дайте мне мою Библию. Where the priests где священники began to minister, начали служить. And the people sang, и люди пели, for the Lord is good, ибо Господь благ, and his mercy endures и милость Его вовеки. And you know the story. И вам известна история. What happened then что тогда произошло? Was The house was filled with a cloud. Это что дом наполнился облаком. And the glory of the Lord И слава Господня наполнила храм. Now, the key to that happening ключ к тому, чтобы это произошло, было made one sound в том, что у них был один звук в унисон, в единстве. And I began to meditate on that. Я начал над этим думать. I worked for a while with a man by the name of Raymond Kurzweil, who Я с Реймондом Курсвайлом какое-то время artificial intelligence. Работал над искусственным интеллектом. And what we call sound modeling. То, что мы называем моделированием звука. Just stay with me for a minute. Сейчас потерпите, я расскажу. I want to take us. I want. Thank you. Thank Спасибо. You very much. I want to take just a diversion for a minute. Сейчас немножко как бы лирическое отступление. You know, as a trumpet player, ты как трубач знаешь, when you hear a sampled trumpet, что когда ты сэмпл трубы слышишь, you turn your nose up at it. То ты сразу носом отворачиваешься от этого. When you hear to a guitar player, how many guitar players? Сколько у нас здесь гитаристов? Okay. If you hear a sampled guitar, если ты слышишь сэмпл гитары, no matter how good it is, какой бы хороший сэмпл не был, You know it's not real. Ты знаешь, что это не что-то реальное. Do you know why? Знаешь почему? Because you can't sample spirit. Потому что дух сэмплировать невозможно. And there is a terrible thing that's happened in the church. И в церкви произошло кое-что ужасное. And I am a proponent of synthesis. И я за синтезис. Because I know What it can do. Потому что я знаю, что таким образом можно сделать. Но если кто-то попытается сэмплировать трубу, я буду просто смеяться. Потому что ну никак. Они не смогут быть реальными. Потому что суть того, что производит звук, должно проистекать из человеческого духа. Вот мы что-то сейчас заложили в основание. I encourage you in a church. Я воодушевляю вас. I see it all the time. How many drummers? Кстати, сколько барабанщиков? You know when you hear a sampled snare drum. Вы слышите тоже, когда сэмпл барабанов? There's a certain deadness. Есть мертвость такая. Okay. And it's like those
Ну и вот эти штуковины, я вам говорю. Когда вы нарушаете законы, когда вы нарушаете закон, даже не зная, что вы его нарушаете, последствия все равно те же самые. I'm not selling pianos or organs or any of that. Я не продаю ни пианино, ни органы, ничего такого. But I'm telling you. Но я говорю вам. There is a different anointing. Что есть разное помазание. On acoustic instruments. На акустических инструментах. Их нельзя терять. Now, just stay with me for a minute. Потерпите. In what we call MIDI technology, musical information digitally interfaced. Итак, в технологии MIDI, музыкальный информационный цифровой интерфейс. Right. In that technology. В этой технологии. I am firmly convinced. Я совершенно убежден. That that's how God got heavenly sounds to earth. Что таким образом Бог доставлял небесные звуки на землю. Because. Потому что. When it's here's the law. Вот в чем закон. It's one sound. Один звук. Many voices. Много голосов. So, just as a general rule. Ну, то есть как общее правило. If I have a piano sound. Если у меня есть звук пианино. And I add some kind of reverberation. И я какую-нибудь реверб поставлю на нее. Whatever kind of sound. Ну, какие-то звуки. And then I add, а затем maybe a guitar, добавлю, может быть, гитару. Or maybe a sampling of an orchestra. Или, например, сэмпл оркестра. When that sound, when that one note is hit, то когда на эту одну ноту будет нажата, they all sound that sound. Они все будут звучать этим звуком. So, that creates a heavenly dimension. И это создает небесное измерение in the hearer. В том, кто слушает. Now, that's теперь. Just sort of the basis of this. Это как основание вот этого. When you talk about Selah, и когда вы говорите о Силахе, there's so many things. Там так много всего. Have you ever seen a painter? Вы когда-нибудь живописца видели? Really gifted, очень одаренного. Began to paint. Когда он начинает писать картину. The picture emerges. Картина проявляется. And you see it come to life. Вы видите, как она постепенно оживает. One of the greatest forces of God's sound in the earth. Одна из величайших сил Божьего звука на земле. Is really for you as the pastor. Она для вас, как для пастора, на самом деле. Вот почему. All, в первую очередь, sound звук opens heaven, открывает небо, если правильно делается. Помните, когда пророка просили пророчествовать, а он музыканта попросил, гуслиста прийти. Play, и когда гуслист начал играть, Дух Божий сошел на пророка. Потому что музыка так создана, так сделана, чтобы открывать небеса. Really, music first existed in heaven. На самом деле, музыка прежде существовала на небе, прежде чем она начала существовать на земле. The first recorded sound in the earth. Первый записанный звук на земле. Was a song about Cain slaying Abel. Это было о том, как Каин убил Авеля, песня смерти. The first sound ever heard in the earth. Первый звук, который был услышан на земле. That was heavenly in its dimension. Который был в своем измерении небесным. Was when the shepherd heard the angels sing in heaven. Это когда пастухи слышали, как ангелы на небе пели и возвещали о пришествии right? Иисуса. So now. Теперь. Let's take one thing at a time. Будем по одной вещи за раз рассматривать. If you are, do you remember last night? Помните вчера вечером? Я не знаю, гитарист, который вчера играл здесь, сейчас есть? Саша. He's not here. Okay. Нету. But were you aware? Но вы осознавали? Of the change in the anointing. Как изменилось помазание? Between the one that played the keyboard. Между тем, как тот, кто-то великолепно right? играл на клавишах. We're not talking about who was better. Мы не говорим, кто-то был лучше или хуже. We're talking about the difference. Мы говорим, что были разные. And what is the difference? И вот в чем разница. A keyboard. Что клавишник,
Там так это создано, во-первых. You're dealing with sampled sounds. Во-первых, там сэмплированные звуки. So there is a degree of lifelessness. Есть такая степень безжизненности некоторая. It's inherent in the sample. Это уже из-за того, что сэмплы просто. I gotta stay there for a minute. И мне на этом нужно сейчас остановиться. Вот в чем есть закон. When I play a note, когда я играю ноту, first of all, в первую очередь, no sound ни один звук can ever occur никогда не может произойти, unless there is a vibrating surface, за исключением, если есть вибрирующая поверхность, a connection. Соединение. In your vocal cord, в ваших голосовых связках there's a vibration that occurs, contact is made. Происходит вибрация и контакт. You know, the sound comes, звук приходит. Right? So, when you understand, first of all, и когда вы понимаете, that when you play, что когда вы играете a keyboard, на клавишах, I guarantee you, you would have been able to tell the difference. Я гарантирую, вы могли бы почувствовать correctly, разницу. Might. Если был бы правильный микрофон, да, усиленный микрофонами, если было бы. Если бы были клавиши с микрофоном, вы могли бы сказать разницу между сэмплированной нотой и настоящей. Но просто ради того, чтобы мы понимали. Сейчас мы дар музыкантов отложим в сторону. When the young man played my keyboard, когда молодой человек играл на моих клавишах, which could go, could articulate more power, что могло бы высказать как бы больше силы, there was an anointing there, было определенное помазание. When I asked the guitar player, потом я попросил гитариста сыграть. The anointing changed. Помазание сменилось. And it changed by two laws. И сменилось благодаря двум законам. The reality of he was actually plucking a string and making a sound. Реальность того, что он реально дергал за струну и реально производил звук. And the difference in the anointing of a guitar versus a piano. И отличие помазания гитары от пианино. There's a difference in the saxophone anointing and the trumpet anointing. Отличие между помазанием саксофона и трубы. Или гобоя и флейты. Но в симфонии у них у всех есть своя часть. И ни один не важнее другого, понимаете, да? Now, with respect to, there's such a missing ingredient. Но есть такой недостающий ингредиент. The body of Christ, в теле Христа, в церковном служении. And I, and here's what I can only say this about it. И я могу лишь следующее сказать об этом. I was almost going to minister on this the first night. Я почти хотел об этом говорить в первый вечер. In Matthew. В Матфея. Where the lady? Где? Let me get it. You remember the story? You might hold on this mic. You might hold on this for me. You have enough microphone. What did he say? The other guy left who was. It's Luke 13. Thank you. Луки 13 глава. Luke 13. Луки 13. I just touch on it, but it's important. Я только затрону это, но вам это важно увидеть. When I saw this, когда это увидел, я в восторг пришел. Luke 13. 13 глава Луки. Verse 10. 10 стих. Thank you, brother. Thank you. All right. Luke 13, verse 10. It's the story when Jesus healed the woman. Когда Иисус исцелил женщину. And he said, и он сказал, in verse 12, thou art loosed from thine infirmity. Ты освобождаешься от недуга твоего. And he laid his hands on her. И возложил на нее руки. And immediately she was made straight. И она тотчас выпрямилась. And glorified God. И стала славить Бога. And the Pharisees, и фарисеи, got all ticked off, конечно же, раздражились, because Jesus healed on the Sabbath. Потому что Иисус исцелил the story now, right? В субботу, помните, and да? Jesus said, here's the verse. Сказал, вот стих. I'll skip down. Я сейчас перебегу вниз. He said, and ought not this woman, и он сказал, не следовало ли бы этой женщину, gotta read it, being a daughter of Abraham, не надлежало ли сию дочь Авраамову,
whom Satan has bound low these 18 years. Которую связал сатана вот уже 18 лет. Be loosed from her. Освободить от уз ее. I want you to, if you don't remember anything else, remember this. Если вы ничего другого не запомните, запомните это. Satan's number one job was sound in heaven. Работа дьявола на небе была номер один, это звук. And his number one job on earth is sound on earth. И на земле его работа номер один, это звук на земле. His number one goal in a church is to kill the sound. Цель номер один в церкви — это убить звук. And man, when you see that, и когда вы это видите, the lights come on. Просто лампочка загорается. So look at what happens in most churches. Посмотрите, что происходит в большинстве церквей. Я знаю, что это не здесь, но просто посмотрите на это. The musician has the mentality of a sideman. У музыканта есть такой менталитет человека, который на скамейке запасных. He doesn't or she doesn't even know their position. Он даже свою позицию или она свою позицию не осознает. When you play as a sideman, и когда ты такой какой-то дополнительный человек играешь, you are a background. Ты просто фон. So Lucifer, и Люцифер feeds the worshiper, the musician, that their position is not important. Он питает этой ложью музыкантов, поклонников, что их позиция не важна. Most every division that occurs in a church occurs between the pastor and the musician. В основном разделение, которое в церкви происходит, происходит между пастором и музыкантом. It's the way it has been. Так все время было. There's many reasons, but есть тому много причин. But if you understand, но если вы понимаете, that from God's point of view, что с Божьей точки зрения, as the sound goes in your church service, каков звук на вашем служении, so goes the service. Таково само служение. It'll never go higher than the praise. Оно никогда не пойдет выше. And it'll never go deeper than the worship. И не пойдет глубже поклонения. Because that's the benchmark. Потому что это отметка. Это отметка. Она установлена. And when you see that, it changes. И когда вы это увидите, really changes everything. Это все изменит. So I'm sort of stuck on one quick little point, and that is this. И поэтому я вот остановлюсь на небольшом пункте. Каком? Что? Если вы in order to break the mold, для того, чтобы разбить уже существующую форму, that the musicians so often get caught in, по которой отливаются музыканты так часто, они в ней застревают, of playing a song, что нужно сыграть песню behind the ministry, за служителем, or ad-libbing, или же губами подпевать, show their musical ability, для того, чтобы показать свою музыкальную способность. Глаза еще закрыть. And also close the eyes. And what? And close the eyes, definitely. Yeah, yeah. It's always wrong. Это все не так. And, but here is the revelation. И вот в чем откровение. First of all, it can't be busy. It can't be busy. Во-первых, это не может быть суета. And it has to paint a picture. И должна быть нарисована картина of the word, слова, that are being spoken, которое говорится. I will say it again. Еще it's раз. So important. Это очень важно. Like there was one time that I had to stop the music. Как, например, в какой-то момент мне надо было остановить музыку, потому что она начала меня тащить не в том направлении. Does that make sense to понимаете, you? О чем я? Yeah, очень хорошо. Yeah, it's no offense to anyone. Здесь just не для того, чтобы кого-то обидеть. Here's the thing. Вот в чем суть. In those heavenly sounds, в этих небесных звуках you can almost play nothing, можно практически ничего не играть. And it does what it's supposed to do. И будет происходить то, что должно происходить. Because let's think about it for a minute. Подумаем об этом на минутку. You remember, I don't know the good example, but не знаю хорошего примера для вас. Many things in your learning process. Но в процессе обучения есть многие такие вещи, that when you put them to a melody, которые если положить на мелодию, you immediately remember them. То вы легко их запоминаете. You understand? Понимаете? Right? Amen. So, what is that principle? Что же это за принцип? Music. Музыка. Okay, the word is spoken. Хорошо, звучит слово. Хотел бы показать.
The word is spoken. Звучит слово. Well, you saw it when we did that thing on Ephesians 2. Когда мы делали по Ефесянам, вы это видели. Помните, да? Right. Great. Okay. Why would a pastor? Почему бы пастор? Refuse. Отказался. To have anointed sounds. От помазанных звуков. When he knows what the sounds can do, что способен произвести звук. The sounds paint a picture on the tables of your heart. Звук рисует картину на скрижалях сердца, понимаете? You have the melody, the harmony, and rhythm is very careful. Есть мелодия, гармония и ритм очень осторожно. I may be in the danger zone here. И здесь я могу быть в опасной зоне. But there should never be rhythm. Но никогда не должно быть ритма, когда служат словом. Потому что туда ты входишь уже в измерение безвременности. И я сам парень ритма. Но ритм, он тебя запирает во многом. В том, что не нужно. Это уже становится как препятствием служению. И если звук неправильный, его нужно остановить, взять это под контроль. Иногда, почти без исключения, и опять я тут захожу в опасную зону, можете выкинуть, что вам не годится. Но в Боге нет ничего сложного. Нет ничего в Боге такого трудного для понимания. Is he able to do things that we can't even come close to understanding? Способен ли он сделать вещи, которые мы даже близко не можем подойти к пониманию? Well, certainly. Ну, конечно. Right. But sound. Но звук. I wonder what the stars sang while God created. Мне так интересно, что звезды пели, когда Бог творил. Right. See, I think. Видите ли, я думаю, that the sounds the stars made, что те звуки, которые производили звезды, increased God's creativity. Please don't shout me down. Увеличивали Божье творчество, Его способность. Потому что there's something in sound, в звуке есть что-то, that is so spiritually connective. Что настолько соединяет духовно. By and large, as you get into these new areas, и, кстати, когда вы входите в эти новые сферы, first of all, в первую очередь, pastors miss it, пастора это упускают, by not ministering on a almost private basis to the musicians, когда они практически чуть ли не лично и частно не служат музыкантам. The musician must have your heart if you're a pastor. Потому что если вы пастор, музыканту необходимо знать ваше сердце. Or he can destroy everything you're doing. Иначе он может загубить все, что вы делаете. The other thing is. И вот что еще. While we're on that. Пока уже мы на этой теме. The songs. Песни. That are heard in your churches. Которые слышны в ваших церквях. Should be a reflection of your revelation. Должны быть отражением вашего откровения. 100%. There should be new songs. И должны быть новые песни, которые приходят. In any service. В любом служении. That God moves. В котором Бог движется. There's probably 100 songs. Там, наверное, 100 песен. In any one service. В любом одном служении. Where would Martin Luther have been or John Wesley without the power of song? Где бы Мартин Лютер был или Джон Уэсли без силы песен? Now stay with me. What makes a hymn a hymn? Is it? Как вы думаете, что делает из него его? Is a hymn because of the time? Гимн. Hymn. Okay. Is a hymn? Гимн. A hymn. Является гимном. Because of the length of time. It was created before now. In other words, does it have to have 100 years to be a hymn? Гимн становится гимном от чего? От срока его создания, то есть 100 лет его гимном делают? No. Нет. A hymn has to contain revelation. Гимн должен содержать в себе doctrine, откровение, учение, the presence of God. Присутствие Божье. That's what makes a hymn. Вот что делает из него гимн. И когда слово говорит. Teaching yourself in psalms, научая себя hymns, псалмами, and spiritual songs, песнопениями и песнопениями духовными. A hymn, и там, is где у нас what I just described. Песнопение это то, что на английском гимн, это то, что я вам только что объяснил. A psalm, псалом,
is a cry of your heart. Это вопль вашего сердца. In God's direction. В Божьем направлении. Put to a song. Которое положено на песне. A spiritual song. Духовное пение. Is where I live. Это где я живу. It is the essence of the spontaneous. Это суть спонтанности. By the Holy Ghost. От Духа Святого. And so, you know, I'm so addicted to that side of it. Я так подсел на вот эту именно сторону. And here's what I'm sharing a lot of things that you may just really shoot me before it's over. Я столькими вещами делюсь, что может вы меня застрелите до того, как я успею закончить свое выступление. I think I've recorded 37 CDs or albums, records, cassettes, 8-track, whatever. Я записал где-то 37 компакт-дисков, проектов, называйте как хотите. Which is about 400 and это где-то 445 или что-то в этом роде песен. And I am not sure. Я не уверен. I'm not sure that God ever intended songs to be recorded. И я не уверен, что у Бога когда-либо в намерениях была запись песен. Please don't shout me down. Пожалуйста, не заткните меня теперь. You know why? Знаете почему? Here's why. Вот почему. It's not always true. Это не всегда является правдой. But usually, if I do a track, which I spent millions to make my, если я записываю треки, а я миллионы потратил на то, чтобы записывать свои звуки. The minute, в ту минуту, that I began to play spontaneously, и как только я начинаю играть спонтанно, I can never go back to a track. Я никогда к треку вернуться не могу. And I can't really describe it or defend it. Я не могу это ни описать, ни как перед вами это отстоять. But I know it's right. Но я знаю, что это правда. Does that mean, what are you saying? Well, то есть, что это ты говоришь? Что ты имеешь в виду? Music time stamps you. То есть, музыка, она на тебе как штамп времени ставит. I don't speak your language and I don't know your music. Я не говорю на вашем языке и не знаю вашу музыку. But I guarantee. Но я вам могу гарантировать. That there's a song that you like. Что есть песни, которые тебе нравятся или раньше нравилась. Ты можешь вспомнить первый раз, где ты ее слышал, что ты делал и что происходило. Потому что музыка ставит на тебя штемпель времени. Понимаете, о чем? Хорошо. И вот еще что. I know you as a pastor, and you as a congregation. Как пастор или как члены собрания. There is a time, let's say that God anoints a song. Скажем так, Бог помазывает песню. And everybody is entering in. И все входят в это. And the song comes to an end. Песня подходит к концу. To silence. К тишине. Usually there is an uneasy feeling that accompanies. Есть такое некомфортабельное ощущение. And you know why it is? Знаете почему? Because sound. Потому что звук. Made in God's honor. Который возносился в честь Бога. Invokes God's presence. Literally. Призывал присутствие Божье. Он буквально живет в звуке. That doesn't mean God leaves. Это не значит, что Бог вот ушел. It simply means that there is a decrease. Просто означает, что происходит снижение. In the flow. В потоке. And as we become better in what we do. И когда мы становимся лучше в том, что мы делаем. That disappears. Это пропадает. Now. Теперь. You asked me such a crazy question. Мне такой сумасшедший вопрос задали. Простите, пожалуйста. Now, I'm sorry, forgive me. What did he say? Forgive me. That's all right. So what happens in the normal service? И что происходит на нормальном служении? The musician has a list of songs. У музыканта список песен. And the singers. И у певцов. And they do them. Они их выполняют. And then what happens? А затем что? Потом исчезают. Уходят. And so they have taken from the service. То есть они забрали от служения. The essence of what causes God to move. Суть того, что заставляет Бога двигаться. If you're a musician. Если вы музыкант. To a degree a singer, but I'm talking specifically
в какой-то степени и певцы, например, как ты это делаешь, в спонтанном, то никогда не нужно уходить со своего поста. И будут времена, когда певцы тоже будут петь. Maybe the spontaneous song of the Lord. Может быть, спонтанные песни Господу. Don't get caught in the rut. Не попадайте в такую рутинную колею. Don't be caught in the rut that makes you think you have to rehearse everything you do. Которая заставляет вас думать, что нужно все отрепетировать, все, что вы будете делать. Да, да, да. Does any of this make sense to you? Вы понимаете, о чем я? Очень хорошо. Very well. So if you are Итак, если вы if you know that that sound знаете, что звук is a sound that is light filled, наполненный светом, is a destructive force to darkness. Он разрушительная сила для тьмы. It also enhances и он также усиливает the human ability способность человека to perceive and grab revelation. Воспринимать откровение и хватать его. Он так делает. И когда вы это понимаете, все меняется. It changes everything. Все меняется. Now I've sort of broached that subject. Итак, я начал эту тему. Теперь вернемся к Силаху. When it took me a long time, I'm sorry. Ну, у меня это долгое время заняло сюда дойти, извините. When I first began to study Sila, когда я только начал изучать Сила, I guess God gave me the inspiration. Видно, Бог меня как-то вдохновил на это. I began to look at what it meant. Я начал сначала рассматривать, что это вообще значит. And in my Bible, I don't know how it is in. И в моей Библии, я не знаю, как в русской. But it would say. Там сказано. To pause. Поставить на паузу. To reflect. И поразмышлять. Right. To meditate. Помедитировать. Right. And it, the word that got me, но то слово, которое меня захватило, the word that unlocked it, которое для меня это вскрыло, I don't know if you can retrieve it. И не знаю, переведется ли оно. Are you ready? Готово? A refrain. Припев. Look it up. You know what it is? Well, it's usually like a chorus. Mm-hmm. No. Okay. Look it up. Okay. The dictionary will yes. say it's a chorus, but a refrain to a musician is a musical term. Музыкант это термин. It could be a chorus. Это может быть припев. But it is a recapitulation. Но это как бы повтор. A segment. Повтор какого-то сегмента. That's what a refrain is. А, рефрен, тогда рефрен. Right. The same word. It's okay, but a chorus to me. Для меня припев. No, рефрен. It's in Russian the same. It is the same. Okay. All right. Okay. So. When I read that verse, I began to go. И когда я начал это читать, я задумался, что это. And so I began to study. И начал изучать. And I found some really interesting stuff. И много интересного нашел. The musicians that played in the temple. Музыканты, которые играли в храме. Had to play for 25 years. Они должны были играть 25 лет. And they had to have memorized. И они должны были наизусть знать книги закона, наизусть. The books of the law. Книги закона. Наизусть книги закона. So they were highly skilled. То есть у них были высочайшие навыки. And they were trained. И они были научены. In the liturgy. В литургии. And so in the Psalms. И в псалмах. And sometimes it's in other places, but mostly. Иногда в других местах тоже, но в основном в псалмах. When you read. Когда вы читаете, попробуй найти. What? In Russian, it doesn't even say "sila." Really? Okay, I can't help that. Okay, when you read "sila," когда вы читаете слово "силах," like they would say, let's make up one, okay? Давайте просто придумаем один. For the Lord is good; His mercy endures forever. Ибо благ Господь и милость Его вовек. Sila. Силах. You know what happened? Знаете, что в этот момент происходило? The musicians музыканты would improvise импровизировали and play играли what that said. То, что было сказано. And man, I got my favorite guys, Abraham Laborio, и мои любимые парни, Абрахам Лабориел, Густар Марио, all these guys that I love. Эти парни, которых я обожаю. And I, Bill Maxwell. I said, Bill Maxwell is drummer. Барабанщик. Yeah. And I said, we're going to experiment. Собрал их и сказал, поэкспериментируем.
We are going to play for a week. Неделю будем играть. This is a true story. Это правдивая история. And Bill told me, I love him, but he told me, he said, we'll run out of things to play in 2 hours. Я Билла люблю, но он мне сказал, у нас через 2 часа закончится, что играть. But you know what happened? Ну знаете, что произошло? Here's what we did. Вот что мы сделали. And I don't know. I mean, I just sort of. Я не знаю. Я просто как бы. I said we started, right? So everybody tuned up. Мы начали, все настроились. And here's what gets me with the drum deal. И вот, кстати, что насчет барабанов-то? Because I was in a high-end studio. Потому что я был в очень качественной студии. We're gonna put everybody in a booth. И мы хотели, они хотели we're gonna isolate the всех sound. Изолировать звуки, всех по будкам so посадить, sound great, чтобы мы замечательно right? звучали, да? And I heard the Spirit of the Lord и tell me, я услышал, no, как Дух Божий мне сказал, нет, no, нет, no. нет. And that's when he taught me. И вот тогда он меня учил. He said, и он сказал, you all get in the same place. Вы все собираетесь в одном месте. Now, we acoustically treated some things. Ну, мы, у нас акустика, и, конечно, мы что-то там обрабатывали. Но он нас, меня научил, great, что если я буду играть рядом с кем-то великолепным, of them, что-то с него будет на меня попадать. Me. На меня. It's a spiritual association. И это духовная связь. And I play better. И я буду лучше играть. And if I am great, а если and я великолепен, и я рядом с кем-то стану, they will play better. Они тоже будут лучше играть. And so that law и вот этот закон came into my life. Пришел в мою жизнь. Right? And so I always try to knock the props поэтому the devil has put in я все время хочу дьявольские препятствия столкнуть, которые дьявол поставил через звукооператоров с хорошими намерениями. And if you're a pastor, и если ты пастор, and if you're a fallen prey, если ты стал жертвой, prey, и ты стал жертвой, to isolating the drums and putting a big wall around them. Изолирование барабанов, когда их огромными стенами окружают. In the name of sound greatness. Во имя величия звука. All you have to do. Все, что нужно сделать. Is do a test. Это просто сделать проверку. Sunday morning. Взять в одно воскресное утро. On a Sunday morning. Воскресное утро. You get in the booth. Сами зайдите в эту будку. And you preach. И попроповедуйте там. And you'll tear the booth down. И вы сами by ее в пятой минуте проповеди ее разобьете эту будку. You know понимаете, о чем я? Это правда. Это все с хорошими намерениями but делается. Studios, но даже сегодня в замечательных студиях booth, я никогда не позволяю барабанщика в будку сажать. Знаете почему? Потому что ему дышать там нечем. Им воздух нужен. They need air. Им нужен воздух. And they build in studios, they build traps up to а в студиях они прямо такие up, right? ловушки строят до небес, чтобы звук вверх шел. Day, in the highest rent studios that I know of, но на сегодня в самых высочайших студиях, которых я знаю, they put the drums in the middle of the room. Теперь они ставят барабаны посреди okay. помещения. Okay, now stop. Они прекратили это делать. So, итак, Силах. What would happen in a service? Что происходило на служении? If God gave you, let me look over on this side. Let me look over here. Посмотрим теперь сюда. If you're a pastor, raise your hand. Кто пастор, поднимите руки здесь. Any pastors? Есть пастора тут? You, okay. Stand up. Встаньте, пожалуйста. Okay. What would happen in your church service? Что бы было на вашем церковном собрании? If the musicians never left the platform. Если бы музыканты так и не ушли со сцены. And they weren't sleeping. И не спали. And they weren't acting bored. И не вели себя так, что им скучно. And they were a part of your service. И были бы частью вашего служения. And all of a sudden, и внезапно, I'm painting a picture. Я вот вам сейчас картину рисую. Let's say you read a text. Скажем, вы прочитали текст. And you just look at one of them. И просто взглянули на одного из he них. Begins to play behind the text. И он начинает подыгрывать этому Do тексту. You have any music ability? У вас есть у самого музыкальные способности? Do you sing? Вы поете? Yes, you do. Okay. Да-да. Perhaps. Возможно. Okay. Perhaps. I'm just dreaming with you, right? Я сейчас вместе с вами мечтаю. And all of you take this in. А вы все это принимаете. If you took, если бы вы взяли, сейчас найдем какой-нибудь. I waited patiently for the Lord. Что я терпеливо ожидал Господа.
And he inclined unto me. И только твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне. And he heard my cry. И услышал вопль мой. Just take that scripture. Просто возьмем это место Писания. And maybe, и может быть, maybe you sing it, вы бы это запели. They'd play. Они бы играли. And they follow you, you don't follow them. И не вы за ними бы следовали, а они за вами. Or maybe you say, you sing that. Или вы бы сказали, вот ты пой сейчас. And they have no premeditation. Они ничего заранее не продумывали. I tell you something will happen in your service. И я скажу тогда, что-то произойдет на вашем служении. Because the people, потому что люди, will be impacted by the true nature of the sound. На них подлинность этого звука повлияет. That's point number one. Это первое. But let's just say, но теперь you begin to minister on that verse. Например, вы служите по этому стиху. He inclined unto me. He heard my cry. Что он преклонился ко мне, услышал вопль мой. He'll hear your cry. И он и твой вопль услышит. No matter what your cry is, he is. Каков бы ни был твой вопль, он тебя слушает. Turn to the musician. И поворачивайтесь к музыкантам и говорите: «Силах». And they begin to play. И они начинают играть. What you just ministered. То, что вы только что о чем вы служили. Что-то произойдет. See, we take the shackles. Мы снимаем off of оковы со звука для That's Бога. What this is all about. Вот о чем все. It's not, thank you, sir. Спасибо большое. It's not just to try to impress somebody. Здесь дело не в том, чтобы попытаться кого-то And впечатлить. I promise you, it'll be different every time. Я вам обещаю, каждый раз будет по-разному. Here's what happened in Selah. This is all I know about Selah. И вот что произошло в Селах. Это все, что я об этом знаю. We recorded Monday morning, starting at 10. Мы в понедельник утром в 10 начали. We recorded all day until 6. We took 1 hour off for lunch. До 6 мы весь день записывали. У нас был час на обед. We recorded Tuesday, Wednesday, Thursday, записывали Friday. Вторник, среду, четверг, пятницу. We never talked about a key. Мы никогда не говорили о тональности, о смене аккордов, a rhythmic feel. О ритме, какой рисунок будет. And we never had one what I would call train wreck. И у нас не было ни одного тренировочного, скажем так, ни одного кораблекрушения в этом. Dissonance. Не было диссонанса. And here's all we did. И вот что мы все, что мы делали. I would look at Don Potter, who's a great guitar player. Я смотрел на Дона Поттера, который замечательный гитарист. И говорил: We're going to do Matthew 5. Будем играть Матфея 5. Blessed are the poor in spirit. Блаженны нищие духом. And he begins to play. И он начинает играть. And me, а я, I only could talk about 5 words. Я мог говорить всего, сказать всего 5 слов. And then I began to sing. И тут же начинал петь. I had no clue what I was singing. Я вообще не имел представления, что я пел. But I didn't care. Но мне было все равно. Right? Так? And then, you know, then I'd get to the end of a session and I'd look at Abraham and Abraham would begin to play. И я потом в конце сессии смотрю на Абрахама, он начинает играть. There were 2 keyboard guys. One guy now plays for Chicago. His name is Lou Pardini. Было два клавишника. Один из них был Лу Пардини, который сейчас играет в Чикаго. He's a monster keyboard player. Он просто монстр клавишник. He had never sung one thing out of the word. He looked at me like I was on drugs. И он никогда ничего из слова не играл, и поэтому он смотрел на меня, как будто я на наркоте. And so I gave him a psalm. I said, "You sing this one." Поэтому я ему дал псалом и сказал: "Вот этот спой." А он на меня так посмотрел. And I said, "Just play and sing it." Я говорю: "Ну просто вот играй и пой." And I'm telling you, there were times. This is a true story. И это правдивая история. We had 2 engineers. У нас было 2 звукооператора. 2 assistants. 2 ассистента. And 3 or 4 people that were interceding. И 3-4 человека, которые ходатайствовали. And there were times. И бывало, что я смотрел в ту комнату, где они все сидели, и они все на полу были из-за присутствия Господа. Я это отнес в World Records, и они мне сказали: мы не считаем это коммерческим продуктом. И я сказал: тогда знаете что? Я не хочу быть коммерческим. И если было хоть что-то одно, что меня навсегда изменило в том, что я делаю для Иисуса, это как раз то, что тогда произошло. Okay. Огромное спасибо. Thank you so much. Спасибо большое. Давайте подарим огромные аплодисменты.
К сожалению, наш час общения с Фил Дрискулом подходит к концу. Спасибо огромное. Давайте, ну, подарим настоящие аплодисменты. Минутку. Я бы хотел сначала за вас помолиться. Father, I thank you. Отец, я благодарю тебя. For what you're doing. За то, что ты делаешь. In the heart of us all. В наших сердцах. And I pray, Lord, you would teach us. И я молюсь, чтобы ты научил нас. Iron sharpens iron. May we sharpen one another. Железо точит железо. Дай нам точить друг друга. May we never lose sight. Чтобы мы никогда не потеряли из виду. Of the honor it is. Ту честь. To make a sound for you. Который является издавание звука для тебя. Я молюсь, чтобы ты снял с нас все шоры. Pastor, с каждого пастора. Musician, с каждого музыканта. Singer, с каждого певца. Day, и это был бы новый день. Пусть звуки небес являются на земле. По-новому. Так, как мы даже не можем себе представить. Во имя Иисуса. Аминь. Это был Фил Дрискул. Еще раз большие аплодисменты.